Всем привет, ребята, с вами я, Делорин. И сегодня я буду играть в новое обновление Мистер Мита. Да, записывает, да, все. Да, у нас вышло новое обновление, будем играть на призраке, потому что на призраке, ну, на легкому, что ли, будем смотреть. Он же будет нас ловить, и мы нормальное обновление не посмотрим. Так что лучше на призраке. Ладно. Давайте проходить игру и смотреть игру. О, новый Мистер Мит, смотрите. Офигеть. Ну, тут хэллоуинское обновление вышло у нас. И добавили у нас тут полицию. Полицию, представляете? Это же просто мега обновление, можно сказать. Ну, не такое мега-обновление, как я думаю. Ну, нормальное, по крайней мере, обновление. Кто тоже так думает? Лайк. Так. Угу. Значит, секретный ключ вот у нас здесь. Фух. Главное его сейчас не просрать, потому что я в прошлый раз его просрал очень даже сильно. Знаете где? Вот где-то рядом здесь. Вот сюда положу. Вот все. Виднее даже будет, наверное. Если я не слепой. А хотя не надо. А то какой смысл? Все равно мы там не проходим игру. Это, кстати, у нас это новое прохождение. Добавили и полицию, и новое прохождение. Так, сейчас нам надо поискать, ну, найти наши клещи. Вот они. И надо отправиться в эту секретную комнату. Новую. О, как я быстро. А, точно. Ключ у нас здесь. То в прошлый раз я его очень сильно даже просрал. Ну, я это уже сказал. Так. Подождите. Ага, все. Мы открыли. И тут у нас фотоаппарат. Но пока он нам не нужен, мы его положим на место. Ну, не на место, а просто положим. Ой. Вот сюда. Именно. Привет, мясник. Как дела? Нормально. Ладно. Сегодня Хэллоуин. Я поздравляю тебя с Хэллоуином. Спасибо. Но мне не нужно. Но меня не надо поздравлять с Хэллоуином. Почему? А мне хорошо отмечать Хэллоуин. Да. Кстати, ребята, если у меня будет новый компьютер, я буду, наверное, снимать анимационные такие 3D-мультфильмы. А не вот так просто картинку передвигать и все. Вот Мистер Мит, например. Мистер Мит и его друзья. Ну, как называется? Ну, у него там будут айскрим. И так далее. И персонажи. Ну ладно. Так, идем брать клещи. Где они у нас? Вот они. Берем клещи. Да и попасть надо нам в сарайку. Хотя какой смысл? Там ничего нет, но для этих пулей нам пригодится. Кстати, ребята, проголосуйте. Кусачки как раз они нам и нужны очень даже сильно. Ребята, я вот голосование оставлю. Проходить мне на этот не экстрим, а на хард. Или же нет. Вот справа в углу, вот здесь будет
подсказка. Нажимайте на нее и проголосуйте. И я посмотрю, сколько нас человек таких. Ага. Мы не проходим игру, мы просто осматриваем игру. Это нам надо открыть, чтобы туда попасть. В лабораторию. Там надо заснять снимок и все. Это я у Топси смотрел. Если... Что? Что, мне нравится Топси, и что? Просто Топси крутой, а, ну, Роман Флоки тоже нравится, но сильно тупит, как и я. Так. А, ну, было, можно было открыть. А я думал, оттуда открываешь, и все. Это открыто. Так, мистер Митик идет. Прикольно, кстати, идет. Так. Теперь нам надо взять... А, точно. Транквилизатор. Транквилизатор. Просто тихо сказал так. Фух. Ладно. Берем. Пистолет. Транквилизатор. Я и так и сказал, но я не сказал пистолет транквилизатора. Я просто сказал транквилизатор. О, видите, насквозь. Насквозь проходит этот пистолет немножко. В эту кожу. Немножко я баги нахожу. Ну это... Ой, куда я иду? Ну это можно засчитать не багом. Так что... О, все. А Топси не с первого раза попал. А я с первого раза. Я молодец. Ой, отойди, мистер Митик. Я тебя могу поджечь. Кстати, а если разработчики добавили, чтобы можно было поджигать мистер Мита? Вот так. Написать. Поджечь мистер Мита. Это же вообще прикол был. Так, мистер Мит этого не услышал? Нет, услышал. Даже... А. О, вы слышите? Я этот баг, по-моему, не знаю. Да, я знаю этот баг. Ну, теперь идем. Че? А. Тут у нас это сломано. Понятно. Ладно, берем фотоаппарат. Фотографируем и вызываем полицию. Какой он прикольный там. Только нам сейчас надо ружье взять и транквилизатор. Так, ну ладно, все, зашли. Мы сфотографируем. Ага. Все. Все, фотики у нас получились. Все, мы идем и звоним полиции. Это полицейское обновление. Что? У него ногтей нет, смотрите. Или просто он вот так держит. Насквозь вот так. Это палец внутрь и все. Проткнул эту картину. А, точно, полиция. Ну, смотрите прикол. Смотрите. Мы что, в воздухе звоним? Это просто... Как-то... Странно, если честно. Но смотрите, у нас в игре добавили машину новую. Вот, видите? Вот эту машину я имел в виду. Кстати... Очень прикольная. Его там не было, чё? Привет. Ага. Ты доставил полицию. Так. Да не надо.
А мистер Мит идет. Я отсюда. Ага. Он хочет посмотреть, но он его не убил. Это еще хорошо. Давай иди. Окей. Мне нужно увидеть эту лабораторию своими глазами. Все. Теперь необходимо помочь полиции арестовать мистер Мита. Если он нокаутирован. Не, мистер Митик, пожалуйста. Нет. Что ты наделал? Урод. Ты дебил? Надо было его усыпить. Сейчас возьму транквилизатор или же ружье. Ружье я оставил возле двери, вот там, на кухне. Вот он. Фух, вот это обновленница. Если честно, очень прикольное обновление. Хочу сказать, не такое уж и ужасное оно. Кто тоже так считает, что... Это обновление прикольное. То есть зачем я так пошел, если я могу просто взять вот так и сделать. Давайте мы туда кинем. Пока. Сейчас мы усыпим мистер Мита. Ну, потом. Так, сейчас набираем номер. Все, поехали. Все, мы вызвали полицию. Полицию. Она едет вот вообще вот так. Все. Афать. А где же он? Алло. What the fuck? Надо еще что ли вызвать? Полиция здесь. А, здесь? Чё? Okay. Так, я возьму дробовик. Но в всякий случай. Так. Ага, мистер Мит валяется. Он уже там. Ничего себе. Вот это обновление, ребята, не правда ли? Тут еще одна полиция. О, смотрите, прикол. Это просто... Поразительно. Это возмутительно просто. Теперь необходимо помочь вставать мистер Мита. Обязательно к... чем она нападет. Так. Полиция. Ты где? Ага, вот такие. Этот без очков был? А, с этими. Да, с очками. Очкарик. Так, понимаю. Ага, понимаете. Ага, жив. И... Нет, 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 не надо! Ах ты уродец! Не надо! Не надо! Ты чё, дебил? Блин, опять всё по новой. Подождите, я остановлю. Всё, я мистер Мита обезвредил. Он там лежит.
Ну, у нас, в принципе, много времени, чтобы посмотреть полицию и арестовать его. Наверное. У нас много времени. Сейчас мы это и увидим. Так, быстрее. Кстати, я не могу понять, как эта фигня на воздухе. Просто возмутительно. Снапшот. 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 А где он? А, это я так топаю. Так, записывай, да? Немножко отхаркиваю. Немножко. Совсем. Так, ну быстрее же! И что, мне опять делать это? Мистер Мит сейчас с минуту на минуту оживет. Или один. Не, не с минуту, где-то там, секунду. Так, он не ожил случайно? По-моему, нет. Сейчас посмотрим. Ага, все, хорошо. Привет. Окей. Мистер Митик пока валяется. Так. Пока. Нет. Нет, нет, нет! Где отсюда? Ну блин, опять! Да что такое сейчас? Слушайте, я придумал, как это надо сделать. Сначала я должен вызвать полицию. Стрельнуть мистер Мита, дать ему фотографию, ну а потом уже его арестовывать. Так. Ага. Сейчас я просто его вызову. Блин, это видео очень долгое. Я монтаж не буду делать, потому что очень долгое видео. Получилось. Ну, извините, я не виноват, что я так туплю сильно. Так. Уже три полиции. Так. Надеюсь, я не про рукожопью и не сделаю ошибку еще одну. Так, где мистер? Надо сейчас просто его увидеть и убить. Вот так. Ага, вот он. Идиот. Идиот, идиот. Иди ко мне сюда. Дай, дай, дай. Так. Агрим его. Все, он пришел. И стреляем. Просто стреляем. 60 секунд, что? Нет, только не это. Мы не успеем. Got it. Так. Так, хорошо. Давайте возьмем пистолетный транквилизатор, чтобы мы зарядили и опять в него стрельнули. Чтобы потом не повторить эту ошибку. Я знаю, что больше ее нет. Но мы уже две полиции уничтожили. Да. Я знаю, что там нет, но есть еще здесь. О, прям даже. Так. Мистер Митик пока не идет. Угу. Я не протупил.
Теперь необходимо помочь полиции арестовать мистера Мита. Мистер Мита. Надеюсь, он уже очнулся. Сейчас мы это увидим. В принципе, 60 секунд. А что? Нет. Да нет, нет. Пожалуйста. Нет, туда. Надо. Да блин, уже 3 полиции умерло. Фух, да как же я так мог протупить? Ладно, еще раз. Надеюсь, я опять не повторю этой ошибки. Ну блин, я уже 3 полиции уничтожил. Это возмутительно просто. Я серьезно, по-моему, не смогу этот монтаж делать, потому что мне сейчас не до монтажа. Серьезно. Я уже 3 полиции уничтожил. Это возмутительно. Еще вызываем. Все, придется. Наверное, я опять этой ошибки не повторю. А то я еще транквилизаторы просру. И все. Как он вообще пешком добирается? Я не понимаю. Так. Блин, мой план хороший был. Прекраснейший. Сейчас надо подождать. Все как по старинке делаем. Так, все. Агрим его. Кстати, в полицию можно его загреть? Ну. Стрельнуть в полицию. Так. Этого чувака уже. Блин. Все, пошли. Полицейский. Ты доставил доказательства. Все, пошли. Так, я иду заряжаться. Здесь не проснется. Прямо сейчас. Я опять не протуплю, потому что я уже 3 полиции уничтожил. Это возмутительно. Так, все, берем дротик. Ай, бить. Так. Не проснулся еще. Ага, все, проснулся. Ты поторопись. На, сейчас котлетки. Хорош. Так, полиция. Сейчас я тебя спасу. Красный замок. Так, сейчас мы стрельнем. Опа! Все. Полиция, иди сюда. Где ты? Все, иди. Все, мы сделали это. Все, мы прошли игру. Мы прошли игру. Все, наконец-то. Полиция, вы видели? Все, его увезли. Ага, поздравляю, ты арестовал мистер Мита. Что-то Манета. Так. Разработчики. Кеплерианс. Калипсо Геймс. Музыка. AB Sounds. Особая благодарность. Топси. Мистер Траммер. Эммануэль.
Даже Топси тут есть. Благодаря тебе мистер Мит не будет проводить большие эксперименты на своей лаборатории, а Амелия сможет вернуться к своей семье. Хорошая работа. Ну, ребята, кому понравилось прохождение, давайте наберем здесь 20 лайков, и я выпускаю новые баги. Ну, вы мне напишите баги, я буду их пробовать. Ну ладно, с вами я, Делорин. Всем пока, до встречи, пока!